друзья. Пригнали привору. Масло жрет. Очень много. Будем снимать головку и смотреть поршневую. Планируем поставить без тыквы поршня. 126. Ну, те же приоровские, только с большими циковками. Ну, в случае обрыва клапанов. Ой, в случае обрыва ГРМ клапана гнуть не будет. Вот. Приора с завода ни разу не делалось. Ну что, друзья, сняли ГБЦ. Мотор в стоке. Почти 200 тысяч прошел. Проверил цилиндры. Все ништяк. Задиров ничего нету. Будем заменять поршневую, как я говорил, безвтыковую. И чинить ГБЦ. Разбирать, чистить. Маслосъемные колпачки, клапана притереть. Ну, все сделал, чтобы USB был. И приора поедет. Итак, друзья. Вот родные поршни приора. Бестыковые. Как видите, здесь маленькие циковки. И при обрыве ремня ГРМ загибает клапана. Будем устанавливать вот такие. СТК. С глубокой проточкой. Ну, приоровский тоже. Вот в этот мотор. Ну, все почистим, все сделаем. При обрыве ремня ГРМ ничего сгибать не будет. Ну вот, установили новые поршня. Вот они. Все. Это старое говнецо. Родное заводское. Там видно невооруженным взглядом, какие тут циковки. Ну, здесь не видать. Ну там еле-еле. Здесь вон какие глубокие. Такие дела. Вот новые колечки нацепил. Надписями, если что, на кольцах, что написано, вверх всегда ставлю. Вот. Вон как они торчат, колечки. В сравнении с этими. С масложором. Жестким. Скоро этих штучек внедрение в блок. В приорик. 200 тысяч прошло, и масло прям ведрами жрать начало. Но выработки в цилиндрах вообще практически нет. Ну, все промерили. Все посмотрел. Все заебца. Даже только поршневую заменить. Ну, ГБЦ там, колпачки, хуячки, сальнички, хуяльнички. Ну, все поменять. Все, поршня на месте. Сейчас ГБЦ готовится. Колпачки, гидрики поменять. Клапанишки притереть. Будет все USB. Сегодня, надеюсь, запуск будет. Ну что, друзья, вот и готова приора. Все заводится. Поршневая группа поменена, головка ГБЦ перебрана. Сейчас покажу. Все работает у нас. Ну, мы ее уже заводили. Сейчас я чик. Как часики. Сейчас капот открою вам. Все. Сейчас. Все работает. Все шепчет. Все, USB. Мотор шепчет. Опа. Заглушили. Еще раз повторюсь, была заменена поршневая группа бестыковая, цельные толкатели, новые, ой, ну не цельные, а гидрики, привык к корчу, гидрики, маслосъемные колпачки, потом что тут еще, сальнички, ну, вроде все, ну и прокладки
Там под выпуск и под впуск резиновый. Ну, короче, все ништяк. Все USB. Все, до встречи. До свидос.